Здравствуйте, вы смотрите новости на Антенне 7. И вот что мои коллеги успели подготовить к этому выпуску. «123-й автобус ждем вместе с пассажирами». «Обслужить нечем, машин нет». «И это еще морозы не ударили». «Свинина, говядина, баранина, конина». «Вот, сальцо. Вот. Мы его по 220 продаем». 3500 человек приходят за мясом на центральный рынок. Поддержать в трудную минуту. «Мы вас очень уважаем, гордимся вами». Мама Зиты и Гиты вновь наведалась в омский хоспис. Высокая планка. «Где-то справились, где-то нет». Баскетболистки «Нефтяника» вырвали победу у ставропольчанки. А мечи не могут дождаться 123-го автобуса. Он едет по маршруту ЖД-вокзал Лузина. Но, по словам людей, по утрам им сложно добраться в город из своего отдаленного пункта, а вечером вернуться обратно. С чем связано несвоевременное сообщение, узнавала Светлана Урванцева. Утро. 10 минут 11-го. По расписанию автобус из Лузина должен приехать, но транспорта нет уже час. «Да, он редко вообще так ходит, если по-честному. Его почему-то убрали там, то они ходили каждые полчаса почти. А сейчас вообще ждешь долго. В основном маршрутки ходят». 123-я маршрутка действительно, в отличие от автобуса, подъехал на остановку ЖД-вокзал вовремя. Поэтому единственная возможность вернуться домой для Аллы Васильевны – частный транспорт за 40 рублей. Дождаться общественный за 30 рублей в последнее время для женщины стало невыполнимой задачей. Так говорит, и получается, хочешь успеть на работу или к врачу – плати. Водители микроавтобусов подтверждают, своих коллег на машинах побольше они встречают на дорогах пореже. «Третья пассажирская набрала маршрутов кучу, а обслужить нечем, машин нет. Поэтому кидают туда-сюда автобусы, а старые перекрыть маршруты не могут. Поэтому и нету их, наверное. Да, вот по графику он каждые 40 минут, но практически их нет. Один-два там заменят, днем выпустят кого-то. Потом смотришь, он пропал, другой вышел». Из Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства пришел ответ, подтверждающий нарушение в расписании. «Перевозки по маршруту осуществляет Омскоблавтотранс. Нарушения расписания связаны со сходами автобусов с линии в связи с техническими неисправностями транспортных средств и отсутствием резервных. Отключения от установленного расписания возникали также по причине заторов или в связи с наличием железнодорожных переездов в пути следования маршрута номер 123. Согласно информации перевозчика, начиная с 1 декабря 2019 года, срывы рейсов имели единичный характер и произошли в связи с неисправностью подвижного состава». Но вот у наблюдательных пассажиров есть своя версия. В социальных сетях люди делятся. Они замечали табличку «Заказной» на своем автобусе. Светлана Урванцева, Сергей Пайхалов, Антенна 7. Еще один пассажирский автобус сняли с рейса вчера, потому что за рулем сидел пьяный водитель. Сотрудники госавтоинспекции остановили его на дороге Харламова-Таврическая. Под шофе он вез школьников на Олимпиаду. «В ходе общения с водителем сотрудники ГИБДД установили признаки опьянения, которые в последующем были подтверждены показаниями алкотестера. В выдыхаемом воздухе у водителя обнаружены бары алкоголя в размере 0,219 на литр выдыхаемого воздуха. Водитель немедленно был отстранен от управления транспортным средством, а школьники, которых водитель вез на Олимпиаду в районный поселок Таврическое, другим транспортом были доставлены без опоздания». Горе водителя теперь лишат прав на 1,5–2 года и оштрафуют на 30 тысяч рублей. За повторное нарушение ему будет грозить уже уголовная ответственность. Ситуации на омских дорогах всегда находят бурный отклик в соцсетях. Посты и комментарии изучила Любовь Федорова. Омских чиновников ругают в интернете. Обвиняют в отмывании денег, пишет ЧП Омск со ссылкой на ОМ-1. По программе строительства жилья для детей-сирот в регионе построили 3 двухквартирных дома. Однако сразу после новоселья выяснилось, что двери в домах держатся только на монтажной пене, а потолки раскачивает ветер, пишет автор поста. В итоге уже через год дома признали аварийными, а на чиновника, который контролировал строительство, завели уголовное дело.
посадят или нет, гадают подписчики. Это не работяги виноваты, а те, кому деньги в руки давали. А девиз работяг – как платят, так и строим. В соцсетях появились новые подробности истории про дорогой смартфон, разбитый в 27-й школе. Телефон лежал в гардеробе. Во время перемены школьники уронили его на пол. Телефон разбился. Позже всю компанию вызвали к директору. Там детей поджидали и родители школьницы. По рассказу одной из девочек, когда они попытались объясниться, им ответили, цитата, «закрыть рты». От крика взрослых одной из девочек стало плохо. У нее открылась рвота, и она начала задыхаться. Сейчас ребенок отказывается посещать школу. Ее мама предала историю огласке. Она подчеркивает, что о школьной разборке родителей не оповестили. Конфликт обсуждают в интернете. Богатеньким родителям урок. Зачем ребенку в школу телефон за 40 тысяч? За грязным делом поймали работников водоканала «Амичи». Компромат выложили в интернет. Вот так сливают нечистоты в речку на 22-й Марьяновской. Между прочим, водоохранная зона подписала публикацию автор. Так пишите жалобу не в Инстаграм. Парировали подписчики. Маневры омского лихача не оставили равнодушными интернетчиков. Видео снято на регистратор. Водитель, вероятно, хотел похвастать своим умением лихо объезжать пробки по пешеходным переходам и по встречке. И опубликовал запись в Инстаграме. Однако видео продублировали все омские паблики, чтобы нарушителя оштрафовали. Со стороны это смотрится как детский сад. Мозгов как у синички. Обсуждают комментаторы. В интернете не утихают жалобы на грязный омский воздух. На этих фото вид нефтяников с левобережья. На видео тоже советский округ. Амичи жалуются, что дышать в промзоне невозможно. Чадит полеом, уверен автор. Городские власти жалобы пока не комментируют, зато подписчики не стесняются в высказываниях. Люди жмурятся, бабки крутятся. Продолжаем разбирать посты об Омске. Сегодня в России, как и во многих странах мира, отмечается Международный день инвалидов. Предложила учредить такой день российская делегация на Генеральной ассамблее ООН в 1992 году. Специально к этой дате в Омск приехала Зумрият Резиханова. Мама сиамских близнецов Зиты и Гиты поддерживает местный хоспис и его постояльцев. 7 месяцев прошло с последней встречи. По Зумрият здесь очень скучали. Каким-то чудесным способом эта женщина всегда находит нужные слова поддержки. А большего и не нужно. Здесь, в омском хосписе, медицина уже бессильна. Остается только Бог и люди, которые тебя окружают. Да, мы вас очень уважаем, гордимся вами. Вообще, чтобы у нас такая... Сиамские близнецы Зита и Гита родились 19 октября 1991 года в селе Западное в Киргизии. Родителям предложили отказаться от дочерей, но они на это не решились. В 2003 году девочек разделили. Впервые после такой операции оба близнеца остались живы. Гита сейчас борется с заболеванием. Гиту прооперировали. Ее прооперировали 17 ноября. Мы недавно только прилетели в Бишкек домой. Сейчас она на перевязках. И, ну, пока, к сожалению, на обезболиваниях. Вот. Ей поставили стент в почку. И в феврале мы должны опять ехать к докторам, которые будут смотреть, есть ли какие-то изменения, улучшения. Но пока диагноз сложный. Зита умерла через 12 лет после операции. В память о дочери Зумрият открыла в Киргизии центр «Право на лучшую жизнь», где детям-инвалидам и их родителям помогают преодолевать трудности. Хочется открыть именно вот такой хоспис, как у вас, который, которым не смерть, а жизнь, в котором работают на жизнь. И хотелось бы, чтобы вот ваш вот дом радужного детства – это такое место, которое, ну, должны поддерживать буквально все. Потому что здесь оказывают помощь таким мамам, да, таким деткам, которые... Я почему говорю мамам и деткам? Потому что мы мамы, мы как тень своего ребенка, и мы проживаем его жизнь, и переживаем его диагнозы, понимаете? Чего ты мне сказать? Знаешь, ну, да. Да, шут. Ой, Ируша. Ай, куда попала?
Поговорить по душам с Зумрия торопится Евгения Чикирева. После первой встречи женщины поддерживали связь по телефону. Мать, у которой болен ребенок, нуждается в общении, говорит Зумрият. Ей нельзя находиться в одиночестве. Она зачахнет и не сможет помогать малышу. У меня ребенок маленький, да, я еще только на этом пути, на особенном, да. А Зумрият уже столько в жизни прошла, стольким помогла мамам. Ну, такая даже моральная поддержка, наставить, ну, как бы объяснить, показать, да, что не нужно опускать руки, что, ну, как бы нужно себя держать в руках, идти вперед и вперед. Конечно, у нас это есть, как бы мы не опускаем руки, но все равно иногда, знаете, так тяжело становится. А Зумрият, ну, вот она прям такая моральная поддержка для нас и пример, и как подражание, да. Удивительным образом Зумрият с первой минуты нашла общий язык с каждой из мам, которые были здесь. И на протяжении вот долгого времени, то есть около 7 месяцев, общение не прекращалось между родителями, которые к нам приезжали, между Зумрият. Это были всегда слова поддержки, слова ободрения друг для друга. Поддержать Дом радужного детства можно разными способами. Например, отправить СМС на номер 3434 со словом «радуга» и суммой пожертвования. Анна Рыбина, Антенна 7. Сегодня для особенных омичей в филармонии проходит концерт, а дети с особенностями здоровья получают премию губернатора. За что награждаются юные таланты, узнала Ирина Сорокина. На премию номинированы 6 детей из разных районов области. Особенные омичи достигли успехов в спорте, вокале, творчестве и науке. Катя занимается искусством, танцует, играет на фортепиано и рисует. Но больше всего девочку интересует литература, чтение стихов. Привыкайте счастливыми быть. Просыпаться с улыбкой лучистой и со взглядом, по-детскому чистым, привыкайте друг друга любить. Через стихотворение, какие-то свои эмоции, которые я не могу выразить людям, я пытаюсь вот так вот их передать. Вячеслав стал лучшим в номинации «Образование и наука». Мальчик посвящает обучению все свободное время. Слава признается, что в будущем хочет стать адвокатом и защищать людей. Я учу английский. Мне очень он нравится. Педагогом Рарич Светлана Ильич. А еще я свободно скрыла много читаю книг. По словам мамы, Слава книги из рук не выпускает с детства. В основном мальчика интересует классическая и историческая литература. В свободное время он читает. Неважно, дома, в машине, в поездках там, или на реабилитации, между процедурами. 10-летняя Полина – постоянная участница творческих конкурсов, выставок и фестивалей. Девочка делает украшения и картины из бисера. Кроме этого, школьница помогает ветеранам и учится на отлично. Я занимаюсь в кружке бисероплетения. Там я делаю многие поделки в разных техниках. К примеру, техника валяния. В основном это техника из бисера. И недавно теперь занялась еще рисованием. Сегодня награждают и общественных деятелей. Лауреаты работают с инвалидами, получают благодарственные письма от губернатора. Среди них Игорь Лавров. Он тренирует людей с инвалидностью 7 лет. В танцах на колясках участвуют не только взрослые, но и подростки. Мы программу не разделяем, но просто в нашем репертуаре есть некоторые танцы, будем так говорить, молодежные. Ну, скажем, направление хип-хоп в нашей программе тоже представлено. Премия губернатора «Мир открытых возможностей» – 70 тысяч рублей. В этом году подали 60 заявок, а это вдвое больше, чем 3 года назад. Ирина Сорокина, Юрий Дорошенко, Антенна 7. А еще сегодня «Щедрый вторник». И это не международный праздник, а омская благотворительная акция. Второй год ее проводит Центр социальной поддержки населения. В несколько торговых точек сегодня можно приносить продукты длительного срока хранения. Их раздадут семьям-погорельцам. Насколько щедрыми могут быть омичи, сегодня выяснил Денис Ионас. В «Щедрый вторник» фото на память всем, кто принес хоть упаковку чая. Но обычно к точке сбора продуктов несут набитые пакеты. В трудной ситуации все мы люди должны друг другу помогать. Свой личный вклад или дружный от организации значения не имеет. Главное – собрать продуктовый запас для Центра социальной поддержки населения. Дается шанс поучаствовать и внести добро тем людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. На самом деле каждый может из нас оказаться, и поэтому необходимо помогать
делать добро, творить добро, тем более об этом говорить. В Каскаде, как и в других точках по всему городу, продукты принимают с 10 утра и до 7 вечера. Чтобы не устраивать склад-магазин, часть продуктов сразу увозят. За ними приезжает грузовой автомобиль. Только за первые 3 часа работы всех 5 точек удалось собрать около 250 килограммов различных круп, сахара, соли, вермишели, почти 15 литров растительного масла, 50 банок различных консервов, ну и около 30 упаковок чая и кофе. В прошлом году за весь день работы собрали почти 1 тонну продуктов. Все с длительным сроком хранения. Настоящий продуктовый запас. Мы собираем сегодня продукты для семей, которые пострадали в результате различных чрезвычайных ситуаций. У нас на сегодняшний день в центре больше 80 семей, которые пострадали от пожаров вот в 2019 году. Это больше 260 человек. Вот, понимаете, люди остались без крова над головой, без элементарных вещей и, естественно, без продуктов питания. Помочь продуктами, а также вещами, техникой или мебелью можно не в конкретный щедрый день, а в любой, в одном из центров социальной поддержки населения. Денис Ионас, Юрий Дорошенко, Антенна 7. Мэрия рассказала о работе муниципальных рынков. За год они получили прибыль в 6,5 миллионов рублей. Для сравнения, в 2018-м понесли убытки на 47 тысяч. Значительная часть доходов пошла на ремонт зданий. Они нуждаются в основательной реконструкции, признал представитель городской администрации Александр Алгазин. В этом году частично отремонтировали Ленинский, Амурский и Левобережные рынки. Сейчас работы заканчиваются на Центральном. Любовь Федорова расскажет. Наверху идет торговля, а в подвале кипит стройка. Рабочие шпатлюют, красят, меняют коммуникации и освещение на цокольном этаже. Работают в 2 смены, поэтому стройка идет и днем, и ночью. Работы ведутся в помещении гардеробной, где мы на данный момент находимся. Выполняется ремонт санузлов, душевых, ремонт коридоров, погрузочным лифтам, ремонт тамбуров. Значит, на данный момент выполнены работы по монтажу оконных блоков, завершены на 100%, отделочные работы по прилавкам. К концу декабря вид здания изнутри обновится, уверяет подрядчик. Кроме того, теперь заработает система вентиляции. Раньше такой роскоши не было, рассказал управляющий центрального рынка. Ремонту рады и продавцы. Спрос на торговые места есть, в основном среди фермеров. В основном 300 рублей за квадратный метр. Это приблизительная цена плюс-минус. Но тарификация, повторяю, бывает разная. Она в 3 видах. Поэтому я думаю, что и для арендаторов, и для, значит, продавцов цена за аренду достаточно приемлемая. Основной товар здесь – мясо. В ассортименте свинина, говядина, баранина и конина. Средняя цена – 250 рублей за килограмм. За качеством по документам следят контролеры. Кроме этого, продукты проверяют в санэпидлаборатории. Ручаются и продавцы. Людмила Петровна на этом месте торгует 25 лет. У нас очень недорого. Если, например, это в других местах. Вот у нас идет окорок, задняя часть. Вот разрублена пополам. Я показывала вот сейчас вот молодому человеку. Вот с сальцом. Вот. Мы его по 220 продаем, с косточкой, с маленькой. Но это домашнее мясо, вот любое. Если мы делаем мякоть, мы продаем 260 рублей. Но это мы знаем, за качество отвечаем. Фермерские продукты пользуются спросом у амичей. На входных дверях рынка установлены датчики, которые ведут учет посетителей. Каждый день на рынок приходит около 3500 человек. Лариса выбирает мясо для новогоднего стола. Раз в месяц где-то приходим затовариться, закупить все. Все мясо хорошее, выбор большой. Поэтому приходим сюда, мы живем как бы в этих районах, поэтому, естественно, сюда ходим. Ну, а сравнение с супермаркетами, что можете сказать вот все-таки про рынки? Я вот, знаете, супермаркетам немножко не доверяю вот их качеству мяса, поэтому приходим сюда. Сейчас в Омске работают 4 муниципальных рынка – Ленинский, Центральный, Советский и Левобережный. Все здания с 70-х годов постройки. За эти годы капитальный ремонт начали впервые, рассказал гендиректор городских рынков Александр Алгазин. Для того, чтобы в полном объеме устранить эти недостатки, нужно порядка 50 миллионов рублей на все рынки. Я вам уже сказал о том, что нам по плану выделено пока только 16 миллионов. Эти деньги, я еще говорю, мы зарабатываем сами. Поэтому нам, скажем так, никто их не дает, поэтому вот пока такая сумма. В следующем году на ремонт запланирована такая же сумма. Большую часть этих денег направят на монтаж противопожарной системы Ленинского и Левобережного рынков. Любовь Федорова, Сергей Пайхалов, Антенна 7.
«Авангард» выиграл важный поединок в Хабаровске. Ястребы отлично начали матч. Уже на второй минуте Свен Андригетто поразил ворота дальневосточной команды. Игра немного раскрылась, скорости возросли. Обе команды остро разыгрывали большинство. Здорово действовали вратари Игорь Бобков и Евгений Аликин. Напряжение нарастало. Во второй 20 минутке забить могли обе команды. Ястребы лучше использовали свой шанс. На 39-й минуте Роб Клинкхаммер реализовал численное преимущество. Натиск Амура в третьей части матча. Дальневосточники сократили разрыв. На финише поединка Амур получил численное преимущество, и игра шла в формате 6-4. Но наши хоккеисты сыграли надежно. «Авангард» победил со счетом 2-1. Следующий матч «Ястребы» сыграют в среду в Новосибирске. Баскетболистки «Нефтяника» сыграли два домашних матча с клубом «Ставропольчанка» СКФУ. В первом наши спортсменки сделали мощный рывок и в заключительной четверти победили 60-48. О втором поединке команд расскажет Владимир Истомин. Первая атака «Нефтяника», две передачи, открывание, гол Софии Корниенко. Скоростной баскетбол, точный трехочковый бросок игрока «Ставропольчанки» Галины Лишенко, быстрый ответ разыгрывающей «Нефтяника» Марии Согриной 5-3. Дальше фантастическое невезение у обеих команд. Мяч выпрыгивал, скользил по дужке, не шел в кольцо. Большое количество досадных промахов, недоумение тренеров и болельщиков. Две минуты без голов, еще один трехочковый Галины Лишенко, 5-6. Следом прежняя картина. Плотная игра в защите, минимум голов. Соперница чуть точнее, «Ставропольчанка» выиграла первую четверть с небольшим перевесом 9-12. Когда команда догоняет и выкладывается на все 100% в защите, борется за каждый сантиметр на площадке, очень тяжело нападать. И когда ты не забиваешь, очень сложно догонять соперника. Поэтому где-то справились, где-то нет. Вторая четверть. Наши баскетболистки здорово сыграли на перехвате. Елена Мешкарева и Арина Казакова забили в отрывах. Арсения Матвеева метко бросила со средней дистанции и вывела нашу команду вперед. Но у гостей разыгралась Елена Федотова. 20-20 в середине второй четверти. Максимальное напряжение. Обе команды сместили акцент на цепкие действия в защите. Вирус неточных бросков с новой силой закружил над площадкой. За 4 минуты «Нефтяник» набрал только 3 очка со штрафных. Лишь бросок из-за дуги под занавес четверти дал нашим спортсменкам небольшое преимущество перед большим перерывом 26-20. Команда соперника сегодня играла очень агрессивно, не так, как вчера. Старались не менять защиту, выходить вдвоем на игрока. И это немного вводило в заблуждение наших игроков, поэтому атаки были немного медленнее, где-то терялись немножко. Поэтому команде соперников удавалось сдерживать наш натиск. Третья четверть. Энергии и скорости в передачах стало больше. Пришла точность в бросках. Важную роль сыграл гол форварда «Нефтяника» Екатерины Мащенковой. Нападающая забила с доли удачи. Этот гол воодушевил баскетболистку. 3 метких броска к ряду. Один из них трехочковый. Успешно вошла в игру молодая центровая «Нефтяника» Юлия Кузьмина. Наша команда впервые в матче вышла вперед с перевесом за 10 очков. 41-27. В перерыве тренер сказал, что надо больше делать входов, надо быстро играть, быстро атаковать, проходы, скидки, также смотреть свободных игроков. И как бы свободные игроки, мы их находили, получались броски, все забивали. Решающий период. Классная комбинация «Нефтяника», отличный пас Арсении Матвеевой на Ксению Чинаеву, яркий зрелищный отрезок матча, обмен трехочковыми бросками. На выходе из перестрелки наши баскетболистки вновь забили из-под кольца соперниц. Следом Ксения Афанасенко положила трехочковый, разрыв в счете достиг 20 баллов, 53-33. На финише матча наши баскетболистки сыграли спокойно и расчетливо. «Нефтяник» победил 59-46. В перерыве девчонок успокаивалась, сказала, говорю, должен быть порядок на площадке, тогда будет какое-то понимание.
Ну, немножко этот порядок, в принципе, во второй половине пришел. Конечно, не совсем бывало там получалось защите, то, что у нас как бы возвращалось. Вот. Но, по крайней мере, в нападении, даже когда играли молодые игроки, пятерка молодых, и у них было видно понимание уже. Два следующих матча чемпионата баскетболистки «Нефтяника» проведут на выезде 11 и 12 декабря. Наша команда сразится с клубом «Черные медведи» «Политех» из Санкт-Петербурга. Владимир Истомин, Сергей Пайхалов, «Антенна 7». Известный омский кикбоксер Кайрат Нурмагомбетов выиграл золотую медаль на чемпионате мира, который проходил в турецком городе Анталия. На пути к финалу наш спортсмен взял верх над соперником из Израиля, Казахстана и Украины. В решающем поединке категории до 81 килограмма Кайрат Нурмагомбетов победил кикбоксера из Хорватии Никишу Раданича. Это вторая золотая медаль нашего спортсмена на чемпионатах мира. Первую Кайрат выиграл в 2015 году. У меня на этом все. До встречи в эфире. Новости. Официальная группа ВКонтакте. Пятое февраля. Концертный зал. Дмитрий Певцов с программой «Баллада о Высоцком» при участии Никиты Высоцкого. 12+. 20 декабря. ДК «Рубин». Предновогодний мюзикл для всей семьи. «Холодное сердце». 9 декабря. Музыкальный театр. Юбилейный тур ансамбля «Песняры».